Сегодня мы будем снимать репортаж в Кракове. Мы уже на месте. Очень крутой офис, и я по нему езжу на самокате. Мы уже начинаем буквально через пару минуток. Приготовили каверзные вопросы. А я вообще двоечница за то, что я спала только 2 часа и не приготовила домашнее задание. Не так, как мы спим, как кабаны. Как нормальные люди. По 12 часов. Короче, ты говоришь в своей камере, я говорю в своей камере. Не, я говорю в твоей камере, а это моей. Давай так. Всем привет, с вами на связи Станислав, Лена. Привет. А больше всего нравится то, что моя работа это не работа, это мое хобби. То есть это... работы нет? Работы у меня нет. И это шикарный офис для работы. Ссылка будет на это видео, на этот репортаж под этим видео. А сейчас... Coffee time. Поставьте лайк, если хотите, чтобы ребята съели пиццу. Поставьте, пожалуйста, лайк. Пожалуйста. Я как святой отец. Поставьте, пожалуйста. Какая у нас стратегия? Накормить, снять видео. Они заманивают, кормят, а потом ты уже не можешь отказаться от интервью. Ты должен сидеть и отговорить. Выбора нет, просто так. У меня было токарем 2-го разряда. Токарем? Можем теперь расслабиться и поговорить на общие темы. Другое дело. Итак, мы закончили снимать 5-е видео для наших каналов. Это огромная серия. Титанический труд. Просто 2 дня. Победили скорость. Кто молодец? Я молодец. Это боги. Мы боги. Боги. Мы боги. Обязательно это не вырежи. Так что, ребята, совсем скоро выйдет серия видео на наших каналах. Будьте внимательны и не пропустите. Если вы еще не подписались на мой канал, обязательно подпишитесь. Итак, всем пока.